Видео приготовлено сайтом onlinegdz.net, геометрия 10-11 класс, Атанасян, задание 807. Дано. Точки Е и F середины ребер DC и BB 1 куба, ABCD 1, B 1, C 1, D 1, с ребром 1 сантиметр. Тогда запишем условия кратко. Мы рассматриваем куб. Ребро куба АБ равно 1 сантиметр. Точки Е и F – это середины ребер DC и BB1. И нам нужно найти объем тетраэдра AD1, EF. Отметим точки EF, соединим точки, получим тетраэдр, и нам нужно найти его объем. Задача 807. В конце учебника к этой задаче дано указание воспользоваться выводом задачи 803. Тогда давайте запишем, что в задаче 803 было доказано, что объем тетраэдра, тетраэдра равен 1/6 произведения А на Б на С на синус фи, где А и Б – это противоположные ребра тетраэдра. Тогда пусть А – это будет ребро АФ, ребро, противоположное ему ребро D1E – это тогда пусть будет Б. Тогда С – это расстояние. С – расстояние между АФ и D1E, а угол фи – это угол между ними, то есть угол между AF и D1E. И если мы все это найдем, то мы сможем вычислить объем тетраэдра. Первое, самое простое, вычислим AF и D1E. AF будет равно корню квадратному из суммы квадратов АВ в квадрате плюс ФВ в квадрате. Это будет равно корню квадратному из АВ единица. ФВ – это 1/2, в квадрате – это 1/4. Итого получаем корень из 5/4. Собственно, ребро D1E мы можем найти из такого же прямоугольного треугольника, из равного ему прямоугольного треугольника. DD1 – это тоже ребро куба, а DE – это половина ребра куба. То есть D1E тоже будет равно корень из 5/4, и это сантиметров. И здесь тоже сантиметры. Второе. Теперь найдем расстояние между AF и D1E. AF и D1E – это скрещивающиеся прямые. Для того, чтобы найти расстояние между ними, нам нужно через любую точку на ребре D1E провести прямую параллельную AF. А это мы сделаем в боковой грани. Вот так проведем DF1. Она DF1 обязательно пересечет D1E, потому что они лежат в одной плоскости, в плоскости боковой грани. Запишем это. Мы провели DF1 параллельно AF. Тогда по определению расстояние между двумя скрещивающимися прямыми таковым является C, является перпендикуляр, проведенный из любой точки одной прямой на плоскость, которую образует прямая параллельная ей, и вторая из двух скрещивающихся прямых. Тогда этим перпендикуляром будет отрезок AD. Давайте запишем так как AD перпендикулярно плоскости, которую образуют эти скрещивающиеся прямые. Чтобы подчеркнуть, мы обозначим эту плоскость D1, обозначим точку пересечения O,
D1, OD, все эти точки. Давайте запишем так. Или AD перпендикулярно плоскости D1, DC. Мы просто по-разному назвали плоскость боковой грани. А все эти точки D1, O, D, C, все они лежат в плоскости этой боковой грани. Таким образом, расстояние между скрещивающимися прямыми равно AD или равно 1 сантиметру ребро куба. Третье. Теперь нам нужно определить угол между скрещивающимися прямыми. Фактически нам нужно определить угол. Давайте запишем фи. Угол между АФ и D1Е. Это угол между параллельной АФ, мы провели DF1, значит, между DF1, F1 и D1Е. Здесь просто запятая. А значит, это угол D, O, E. Ну и определим угол D, O, E. Давайте запишем так. Пусть угол D, D, 1, E прямоугольного треугольника D, D, 1, E будет равен альфа. Вот это угол альфа. Тогда, поскольку этот треугольник прямоугольный, тогда угол D, 1, Е, Д, или мы его еще можем назвать угол О, Е, Д, будет равен 90 градусов минус альфа. Так как треугольник ДФ1С – это такой же равный треугольник ДД1Е, то угол Ф1ДС, или мы можем его назвать угол О, Д, Е также будет равен альфа. Ну а теперь, если мы рассмотрим в треугольнике Д, О, Е, рассмотрим угол Д, О, Е, просто вычислим его, то он будет равен 180 градусов минус угол О, Д, Е, то есть минус альфа, и минус угол ОЕД, это минус 90 градусов минус альфа, то тогда, если мы раскроем скобки и вычтем, мы получим 90 градусов. То есть искомый угол фи, четвертое, угол фи – это угол прямой. И, следовательно, синус 90 градусов, синус фи будет равен единице. Тогда вычислим объем тетраэдра. То есть мы все нашли, объем А, Д1, Е, Ф будет равен 1/6 умножить на АФ, умножить на Д1, Е и умножить на АД, это С, и на синус 90 градусов. Тогда это будет равно. А FDE это 5/4 под корнем. Значит, получаем 1/6 умножить на 5/4. АД это единица, синус 90 это единица. Итого получаем 5/24 кубических сантиметров, и это искомый объем тетраэдра. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.